Алеша и Женя. Алеша, он не из нашей церкви, он у нас очень часто бывает. Да, слава Богу. Хороший труд, помогает тут у церкви. Такой отзывчивый и послушный. Это нам нравится. Знаете, всегда нравится послушный. Христос был послушный Отцу Небесному до смерти и смерти крестной. Бог его превознес превыше всякого имени. И когда мы последуем за Иисусом и будем послушны Слову Божие, Бог нас поднимет. Бог нас воздвинет и превознесет нас со Христом вместе. Слава Ему! Через то, друзья, они хотят создать семью христианскую, благословенную Богом. И это будет, потому что Бог любит их и видит их сердца. И Он не оставит их, если они будут уповать в истине. Как важно уповать на Бога и уповать в истине на основании Слова Божьего. Слово Божие есть истина. И когда человек правильно мыслит, правильно поступает, а когда он это может? Когда он вникает в Слово и в себя. И думает так, как Слово Божие, как говорит, и верит Словам Божьим, не человеческим. Потому что люди всегда сбьют с дороги. Всегда его будет останавливать, когда он хочет идти на истинный путь. И враг с воздуха будет атаковать. Но когда доверишься Слову Божьему, Дух Святой тебе поможет. Только наклони сердце, слушаться Бога, слушаться Слова Божьего. И ангел Божий будет сопутствовать твоей жизни. Слава Богу! Пусть Бог благословит. Мы совершим молитву, а дальше они хай еще наблюдают, готовятся, когда там будет свадьба, они решают, кто за ними. Но в нас, я думаю, что нема против, кто бы против. Чи есть кто? Можете сказать смело. Может, Женя кому-то пообещала уже. Да, а потом на Алешу глянула, ай, нет, это... Вы знаете, как так бывает среди молодых? Они так говорят, ой, я без него жить не могу. И все. А он говорит, да не спеши, еще лучше найдется. Ну, говорит, не могу, нет, все. Жить. А потом смотришь, осталось жить, и Бог дал еще лучше. То есть, знаете, не сразу надо устоять. Я Жене говорил, как ты над это? Ну, она... Знаете, каже, Бог знает. Самый лучший ответ. Тут не погрешишь. Бо Бог точно все знает. Даже не сомневаемся. А может, Алеша? Ну, у нас, це знаете. А может, с нашим сестрам что-то? Добре, друзья, слава Богу. Я думаю, что наши сестры скромные. О, знаете, они не будут воювать. Они знают, что Бог даст, то даст. А Бог дає доброе. Добре, як хочете. Коли ми не слушаємося Бога, то приходить погане. А коли слушаємося, то приходить добре. Бо Бог є добрий Бог. Він є любов, Він є світ, Він не тьма. Тьма приносить плохое. Через це ми поблагодаримо Бога і скажемо, Боже, устрояй, щоб воля Твоя успішно ісполнялась рукою, щоб вони бачили благословення Твоє. І що? Щоб рука Божа вела по земному путі. И воздавали славу Богу. Аллилуйя! Встанем молимся.